На этой неделе холод сменит оттепель, но с осадками и туманами. Температурный фон будет плавно повышаться, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы. Холодный антициклон, который сейчас властвует на территории нашей страны, начнет постепенно отступать. А вместе с ним и ледяной воздух северных морей. И к нам начнут поступать теплые, влажные потоки с Атлантики. Они принесут повышение температуры, но с дождем и мокрым снегом. Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, но с высокой влажностью от 80% по востоку до 95% по западу. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью и утром слабый туман ухудшит видимость до километра, повысит опасность на дорогах и гололед. Атмосферное давление будет постепенно падать. Температура воздуха ночью от 0 до минус 6, а по востоку страны даже до 10 градусов мороза. И к утру она существенно не изменится. Но из-за высокой влажности и ветра будет казаться, что на улице прохладнее градусов на 5. А вот днем теплее всего будет на юго-западе до плюс 3. Меньше всего повезет жителям Витебской области. Там столбик термометра опустится до минус 3. К вечеру температура понизится от минус 3 по западу до 10 градусов мороза по северо-востоку. Далее, с приближением атмосферного фронта, который движется с западной Европы, откроется доступ к теплому влажному атлантическому воздуху. В большинстве районов будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от минус 8 по востоку до плюс 1 по юго-западу. Днем от минус 2 до плюс 5. Синоптики вновь прогнозируют туманы как следствие ухудшения видимости на дорогах.